Это у нас до занятий приходят и отдыхают. Собрание прошло сегодня 22 апреля. Да это кто кулич этот принес? Надо было этим куличом сначала несколько свай забить, а потом уже соль нести. Хоть немного помягчал бы. Но все равно же горели почти. Все равно. Вот эти кружечки надо прямо ложечки. Я бы знал, как я бы вот не делал. Девчонки, не будут. Давай сюда. По кусочечку все возьмем. Да, вот тут еще кусок кулича. Тут еще кусок молота этого есть. Плана побить этим куличом. Но он же не испортился, он не пахнет, ничего. Ты чудо его и... Ангел вопияши благодати, чистая дева радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскресит и невин от гроба, и мертвые воздвигнувы, люди веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, и слава Бог Господня на тебе воссия. Ликуй ныне, веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстанье Рождества Твоего. Спаси, Господи, помилующий раб твоих, милующих, питающих нас. Спаси и помилуй болящих, сирот, нищих, вдов, темницы сидящих. И все священнические, иноческий чин, притч церковный, и все христиане православные. Избавь от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевные и телесные, и полезная душам нашим сотвори. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос воскресе! Воистину воскресе! Спаси Христос всем трудящимся! Смотреть на мысли вещей, которые смотреть бесконечно. Пришла из города та темная гора. Уж много лет назад там распяли Христа. На крест веден он был. Это не пьяная, не пьяная, трезвая поешь, а то скажут пьяная. Хоть не достоин я изгляда его был, на крест веден он был, и кровь за нас пролил. Хоть не достоин я изгляда его был, о, сколько жизни смерть Иисуса принесла, грехи простила, радости любовь дала. И за тебя, мой друг, и за тебя, мой брат, он стакан не взяли случайно? Он победил на той горе и смерть и ад. И за тебя, мой друг, и за тебя, мой брат, он победил на той горе и смерти ад. Друзья, как хочется всегда Иисусу петь, что Он не дал нам всем навеки умереть. Великий силен Бог, Он любит свой народ, как благодарны мы Ему за подвиг тот. Великий силен Бог, Он любит свой народ, как благодарен я Ему за подвиг тот.
Можно вот это потом? Зачем здесь ставили? Песенник. Возьми, пожалуйста, освободи. Татьяна Кузьминична, песенник, дай.